В Чебоксарах прошли первые игры Кубка России по баскетболу среди мужчин. Среди основных участников – команда «Чебоксарские ястребы». Кто противостоял нашим баскетболистам и кому достался Кубок России, расскажет Екатерина Абрамова. В спортивном комплексе ЧГПУ вновь толпы поклонников чебоксарских ястребов и, конечно же, сами виновники торжества, которые продолжают радовать болельщиков. В течение трех дней на домашней площадке нашим ребятам предстояло встретиться с казанским «Униксом», ярославским «Буревестником» и командой «Тамбов». Соперника из Республики Татарстан обыграть, на удивление, оказалось не так уж и сложно. Просто команда «Уникс», она не в полном составе, к сожалению, приехала. Основные ведущие игроки, они уехали с основной командой в Турцию. Но все равно, я думал, они дадут наибольший бой. Но, видать, наша публика на них воздействует и мастерство наших игроков, так как все-таки первая игра в домашних условиях, и ребята хотят показать все то, что они достойно попали в команду чебоксарских ястребов. Первая встреча завершилась со счетом 78-44 в пользу хозяев площадки. Далее более серьезный соперник – «Буревестник». Но ястребам удалось взлететь и выше этой птицы. По завершении четвертого периода на табло 87-55. Наша команда на первой строчке турнирной таблицы. Надеюсь, что мы действительно покажем ту достойную игру, которую от нас ждут зрители. Игра показывает, что на сегодня нам удалось создать команду, ту, которая побеждает у себя. Не испугали чебоксарских ястребов и игроки из Тамбова. После всех встреч первого этапа на счету наших ребят 3 победы из 3. 100-процентный результат, безусловно, открывает двери чебоксарской команде в 1/16 финала Кубка России по баскетболу. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.